Садись. Садись. Поедем, девчонка. Да, ну как мы лишним? Да. Если что, туда позвонишь ей. Есть, да, поехали. У меня на телефоне тонет телефон. Поехали. Все, закрыла. Все, она не закрыла? Закрыла, закрыла. Если что, то не позвоню. Мне на руку не задавить. Поедем. Про пушную вызову. Подожди сейчас. Таня Мусалова, ты отвечала. Решили, это Люда говорит, отложим все дела, давай Люсю проводим. Как мы Люсю не проводим? Я бы с удовольствием поехала, если бы я сказала, поехала на автобусе. Таня, она для нас не ленилась, сделала дела. Послушай, Люд, не, я тоже помогала. Так, куда сейчас, направо или налево поворачивать? Сюда мы поехали. Мы же не знаем, где они там. А мы сейчас по этой дороге поедем. Я спрашиваю, сейчас выверну, куда направо? Куда машины поехали? Направо. Где Кощина? За Талашкина. Я знаю. Направо. Вон он поехали прямо. Да. Вон он, желтая машина идет. Где она? Вот с правой стороны, видишь, как вот? Таня, какая это машина? Желтая машина. Это наша. Да, желтая газель. А они сейчас и проедут. Сейчас мы за ними попадем. Как раз мы, наверное, попадем. Вот это? Вот они поехали. Это наша машина? Да. Вот а еще одна машина должна быть, газель. Еще какая-то. А вторая же газель, наверное, не пошла. Пошла. Они по центру поехали. А вторая машина. А еще ж у них была газель. Можно отстала. Сейчас будем смотреть. Она в газели там человека 4 сидела. Тоня поехала в газель, потому что Тоня не поехала с этими самыми с муком. Вон пошла газель еще. Вон Тоня в красной куртке сидит. Так она где же газели поехала? Да. А где газель? Пошла туда? Да, пошла у себя. А по какой она дороге поехала? По прямой. Нет, она тоже по прямой ехала. Да, по прямой. Они, наверное, через центр ехали, да? Да. Да. Видишь, а мы сюда, Саша, правильно рассчитали. Быстрее. Ну, если бы ты там от Ольги Ивановны сократил, мы бы их обогнали бы. Хорошо, что мы там не поехали. А ты смотри, у нас стрелка. Вправо это стрелка. Самое. Я вижу стрелку уже. У нас это самое. Ну и все, теперь по прямой поехали. А теперь-то мы знаем, теперь мы их догоним. Саша их сейчас догонит. Сейчас по центру мы это. Никто нас не осудит, потому что этот самый Лёшка звал. Мы вас и назад привезем, машина едет, автобус, маршрутка. Мы это самое решили с комфортом. Люда говорит, куда? До Колхозки, сейчас вас домой довезем, беру что-то такое, говорит, и поедем. А потом бросаем все дела сегодня и проводим Люсю. Не, Катя села в машину, я Саше сначала сказала, давай поедем Люсю провожать. Она говорит, ну вы же не хотели вроде того, как. Да и дела всякие. Я говорю, дела мы отложим. Катька залезает, я говорю, Катя, сейчас мы вас на кладбище отвезем. Она говорит, да ты что, не. Мне тоже кажется, что не вот это не газель. Сейчас я пока вам зрение. Поворачивайся назад потом. Смотрите. Это она. Она, да? Я не знаю. Это не точно. Похоже. Она впереди написана. Сейчас посмотрим. Нет, тут не написано. Ничего. Она. Ребята эти, она. Ребята эти. Вот впереди написано ритуальное. Да. Что, что машину это нас преследует? Да, не, они за нас. Да за нами что-то. Едут. Они тоже сюда. А Аудюшка, там она вроде где-то может и стояла. Да, за нами тоже. Вот ну они, это там вот ты они не забудешь. А где еще их там? 991. Легковушки пускай обгоняют. Легковушки можно вперед поехать. Не надо. Мы за ними поедем. Едем да. Четко за ними. Все, сопровождаем. Тут вот же Люся. Не они? Они вот едут, одна машина. Вот еще сейчас будет машина идти. А пропускай их, Саш, пропускай. Да, да, это они. Потому что они стараются за машиной тоже едут. Вот еще их машина. Да, их машины едут. И на нас поглядывают. Вот дураки. Кто видел номер? Что это дураки? Дураков. Нормально. Они же видели, машина наша стояла там. Сейчас притормажу. Они нас обходят уже. А будет за ними, держись за большой. Ничего, пусть самостоятельно. Вот, а если бы их не догнали, то мы не знали. Не нашли. А мы куда? Позвонили, тут Кощина написано. Да, что возьмет. Ну так, Люда, написано Кощина. Поворот. Сюда. А, где поворачиваешь? Да, кладбище найдешь. Тем мы поехали. Она сказала, Таня, вот озеро, хоть около озера поворот. Ну, да, но Таня так еще объясняла. Надо было как в это Кощина попасть с трассы. Автобус выходит сюда, в Кощина. Ты не засек, сколько километров? Нет, я не смотрю.
Обратно можем поставить. Да, сейчас же стоит. Вон у нас, по взгляду, вот, там вот уже машина. А вот, наверное, приехали машины. А они поехали по другой, наверное, дороге. И газель вон она стоит. Но. И легковушек, знаете, раз, два, три, четыре машины. А вот она, кладбище. Да, да, я вижу, раз машина стоит. И я это самое, как... И мы приехали на свои. Ну, вы хорошие. Тогда сейчас выйдете, а я потом там развернусь. Угу. Поеду. Солнышко было, теперь солнышко спалось. Я потом развернусь туда. Главное, чтобы не было. Все, давайте, выходите пока. А я поеду туда. Тут машины бечь. Да, не, нету больше никаких машин. Не, ну еще а не. А где-то они наши клушают. Не знаю, где они там бегают. Мы попрощались, а где они? Не знаю. Люда с Валей там, Таня. А мы, наверное, сейчас через Гнездово по трассе. Как дадим нахуй? А ну тебе ж видней, Саша, куда? Быстрее получится. Оно смотри, тут как... вроде здесь как бы ближе, но по городу сейчас время сейчас, как да, раз такое. Светофоры везде эти. Машин много сейчас будет. Ну да, с работы на работу. Сегодня живем, а завтра нет. Вот и все. И ничего не надо. Как живые, гребем, скребем все под себя, правда? В один да. прекрасный момент ничего нам не надо. Я здесь, я думала, вы здесь. Нет, Саша проводил. Не. Мы с Сашей попрощались. Мы туда сходили, а сейчас уже все, ничего, все не заботилось. Так. А где-то ногу еще пока поставил. Это у них сестра. Люд, я знаю, что думаю. Давай-ка мы сейчас поедем вот через гнездо по трассе. Они мне давай. Быстрее завернем к Байкалу, заберем камеру, как раз будем на том. Как скажешь, так и скажешь. Так будет быстрее. Сейчас я хочу. Закрыла я? Закрыла. Саша, а у нас ничего нету. Плохо вроде прикрыла дверь. Ну так смотри, ладно, я тут перекрою. А мы сейчас купим. Видишь? Не надо, ничего не хватит. Не, я их заодно туда взяла бы. Ага, ага, все. Спасибо, счастливо. Все хорошо. Счастливо. Ага. О, видит продукты, да. Куда вы? А Саше надо в магазин.